Доброго всего времени суток, с вами Тексер. Чё у нас тут? Ничего никуда не летит? Ладно. Что-то строим, что-то клепаем, что-то происходит. Персональный щит, да, персональный щит зафигачим. Так, чё у меня нет? Зажигательных ракет у меня нет. Нужны ли мне зажигательные ракеты? Хрен его знает. Вот хрен его знает. Тундра, нужна ли мне тундра? Хороший вопрос. Ладно, пока ничего не будем, пока пускай пилит вот это. Авианосец там опять же строят. Тяжелый инопланетный крейсер. Здравствуй, жопа, Новый год. Так, погнали. Ну, эти ребята летят, конечно же. Арктика. Ну, когда-нибудь, я думаю, долетишь. Далее тут проще. Северная пока пускай сидит. Азия, естественно. Европа, естественно. Африка в первых рядах. Кенгуру обязательно. И Россия тоже. Все на тяжелый крейсер, пошел он нафиг. Звуки есть. Я думал, звуков нет. Африканцы гребут первыми, вот они, уже огребают. Пошел назад. Лишь половина здоровья как не бывало. Стреляет редко, ну как-то сильно. Кто еще? Вроде никто больше, да? Улетел. Отлично, долбить его, опять его утопят в море. Так, кого еще обижают? Вот этого обижают. По-моему, он драпает. Так, я тоже драпаю. Это второй, по-моему, африканский самолет. Потом в траку летит еще кусочек. Он выжил. А крейсер летит спасаться. Его утопили. Ну, зараза, что скажешь? Погнали дальше. Тяжелый крейсер, пауза, центр. А вот тут, мне кажется, у меня базу отожмут. Северная Америка, ну, Южная Америка, естественно. Арктика, да, лети. Северная, естественно, тебя же атакуют. Азия не долетит, Европа долетит, я думаю. Африка долетит. Кенгуру... Кенгуру долетят, наверное. Так, погнали. Пинаем их всей толпой. Так, ты давай. Дуй отсюда. Кого я развернул? А это побитый был самолет какой-то, да? Ну ладно. И база-таки хорошо его товарила. И он наш. Так, давай чуть-чуть мутанем. Мне, собственно, хочу, чтобы там светлее стало. Ну, там не очень светло. А вообще, это база Арктика, полярная лига. Там холодно, голодно и плохо. Так, полетели. А я тяжелый крейсер уже потрошил, я что-то не помню. Так. Что нам нужно? Ну, базуки, да, естественно. Чего вам не хватило, хотел бы я знать. Возможно, там будут ледяные хмыри, не знаю. Ну, тут понятно. Так, с тобой тоже все хорошо. А ты что в такой броне? Адскую. 50. А, 45 это вес. Посмотрел, 45, пошел переодевать. Так, Аракичис у нас в больнице. А это хреново, поэтому мы Дунцана зарядим. А Дунцан у нас сила 40. Че, не тянешь? 45 надо, да, понятно. Дунцан, ты это немножко подставлен у нас. Тебя будут пинать, шпынять и гонять. Так. Защита от пуль, стрельба с... очередями будет. В барахловой броньке. Так, дубинка. Вперлась мне дубинка, не вперлась. Так. Так, такую тебе. Такую тебе. Такую тебе даже в руку. Такую тебе. Что у нас еще хорошего? Защиту в лапы. Аптечку на хребтину. Носи. А, все хорошо. Вроде один лечится, да? 5, 4, 5. На базе, да не на базе, это тут. Я, может быть, дрона, конечно, было бы взять. Но мне кажется, дрон не очень хорошо брать. Насколько я знаю, его также морозят. В общем, все с ним печально, с дроном. Так, 20 минут давайте поставим, чтобы быстро летел. Ну что, довольно быстро все закрутилось. Не пришлось долго мотать. А я рад, что персональный щит. Эти зажигательных гренок и немножко ракет. Несколько штучек фигану пока.
Ну, немного, десяток. Я не знаю, кого я ими буду жечь. Тут приостановлено, потому что баблище, что ли, нет? Так это не проблема, баблище-то. Баблище-то у нас... Так, кстати, сейчас хлам продам. Раз, хлам. Так, где-то еще хламина была. Ну, это 11, нормально. Тигренки мне тоже не нужны уже. Барахло, потому что фотонки. Сами таким. Ну, эта бронька есть и есть. Так. Вот планетная шляпа всякая. Так. 1 095 000. Мало. Ну и хрен с ним. Так, полетели. Выглядит как базовый корабль с прицепом. За этот прицеп тащится. Так, ну тут вроде не ночь еще. Начать. Куда деваться? Начать. Все, ледяные срани на меня полезут. Одна другая страшнее. Ну, у меня есть ледяная броня. Да, мне в комментах написали, что вот этот лед, в который заковывают, можно выстрелом разбить. Только разбивать надо одиночным выстрелом. О, знакомые места. Так, чувак. Пойдем тебя подставим. Так. Ты. Ты уже не такой подставляемый чувак, поэтому иди с ним. Ах, вы рядом стоите. Ладно, вот туда, допустим, будешь смотреть. Это тоже нуб, но нуб уже в новом костюмчике. Давайте сюда. Просто тут у них будет больше возможности пострелять, мне кажется. Так, ребята, давайте сюда. Да, и вот тебя в новой отмороженной броне. Тоже туда. Ты кто? А, миномет. Миномет. Седай тут где-нибудь. Расчехляй свою шайтан-трубу. Скажет, надо было сразу ему ее давать? Нет, тут может быть у входа кто-то стоять. Лучше с автомата выходить. Леталка? Нет, бегалка. Нам бегалка с базюкой своей. Ну, хреново и бегает, согласен. Так, ты, летать. Не летается. Но я вот это могу отключить. И летать. Так. Что еще? Ну туда вообще целое стадо пошло как-то. Ну ладно, давайте эту еще. И вот эту. О, ракета точно туда. Значит, кого-то я сейчас верну. Ну что ж, вот так выбежали. Разный звук дверей было бы приятнее. А так непонятно, где лязгают, на корабле или в зданиях. Интересно, если в ледяного кинуть огненную гранату, ему сильно поплохеет? Я что-то не помню по прошлой миссии. Так, ну это башка пришла. Башка фигня. Кстати, если башку видит, почему не стреляют? Ахтунг, фойер. Так, давай метка. Молодец. Так, следующий. Ну, тут такое дело. Сидеть, постреливать. Опаньки. Еще башка. И не башка. Так, хорошо. Башка. А вот интересно, вот как мне в нее выстрелить, если она за колонной, эта башка, а? Вот так-то я в колонну стреляю, если что. Вот так, я, наверное, стреляю в колонну. Давай попробуем. Не на линии огня, он за колонной, короче. Я его вижу, но он за колонной. Пятка, наверное, видна. Так, давай. Пыщ. Не на линии. Ну и сиди там. В конце концов. Так. Тут. Ну чего. Открываем дверь, вламываемся. Опа. Никого. Чуть по ходам 32, нормально. Так, кто кого-нибудь отсюда переместить? А, базучник нет. А вот ты пошла туда. Так, что-то я отпрыгиваю, да? Перепрыгиваю. Немножко. Так, ты сидишь. Ты медленно бежишь. Ты медленно летишь.
Давайте стрельбу включим. А, ракетчица. Ну, давай тут где-то сзади пристройся. Тебе не обязательно метка. Ох ты ж. А, поглощен, ну ладно. А, еще одно сидит. Привет. Стоправ огреб полтинник. Здорово. Ну ладно. Отоварили всех, да? Как-то странно ты бегаешь, чувак. О, теперь нормально. С запозданием. А никто не хочет в них выстрелить? Ну, как бы на виду летают. Нет. Стреляют даже, я бы сказал. Наглые рожи. А наглые, потому что в воздухе висят, и у него минометом бесполезно сейчас жахать. Но вроде все спокойно. Огневиков нету. А тундра держит... Вот ты почему? В тебя стреляли, что ли? Почему нету? Считай, не знаю. Так, ладно. Никого не вижу, да? Сиди. Раз не видишь. Ты кого-то видишь. Ну давай, жахни его, Гэндальф. Не на линии огня. Бывает. Вот это видишь? Ты видишь. Пыщ. Ащ касает. Это, вот этого посерьезнее надо. Давай очередью. Не на линии, ну и сиди. Тут. Ну тут же надо просто его валить. Немножко покосали здоровье, но не страшно. 6. Да ладно тебе. Всю стену вынесли, блин. 8, так по чуть-чуть его тошнят. Может, затошнят. Мне писали, что это типа даже хорошо, что сразу не убиваешь, потому что там по единичке капает. Знаете, мне по единичке не хочется. Мне хочется врага выпилить. А прокачиваться они пускают, не знаю, от убийства врагов. Что у нас тут? Тут у нас дофига чего. Так, хорошо. А ты давай сюда. Никого тут не таится, знаю я вас. По углам прятаться будут. Так, прекрасно. Кого я теперь не походил вот так вот, дергаясь? Так, тебя не походил. Ща достреляешься, козлина. Ты чё, его не видишь? Почём за выстрел? А дайте жахну. 29-27. Ну давай так. 27. Да, марка вообще такой. Как от автомата, вообще никакой разницы. Никого не вижу, никого не вижу. Стой. Привет. А как же реакция Кумухи? Тот крикнул. Реакция должна быть как у мухи, только выскочил сразу шлеп и убил. А это где? А, понятно. А чё кряхтим, я не понял. Ты же броню хрен пробьешь. Значит, адская броня. Никто не хочет в него жахнуть. Он, конечно, может топор расстреливать, пока не позеленеет, но все-таки. А вот винтовочка лежит хорошая. Ты откуда выпишься, зараза? Чё-то взорвалось. А, понял, откуда. Ща будем воевать. Ща мы ему устроим. Так, ладно, тут чё? Тут ничего пока. Так, кого-то вижу. Ага, давай. Дайте угадаю, не на линии. Так, тебе тут все на линии, мне кажется. И вот этот на линии. Да, и тот на линии, все на линии. Ой. Фигня. Shit happens. 84%, между прочим. Молодцом. Присели.
И давай стрелять. О, 88, вообще красота. Сейчас ему прилетит. Мы будем с тобой воевать. До победы. Сдох. Победа пришла быстро. Бабах. О, ты сколько патронов спулил. Совсем не бережешь боеприпасы. Так, ладно. А вот, кстати, момент. Я сюда не могу в неогненной броне заходить. Ну, то есть заходить-то могу. Радости с этого не получу. Так. Там какая-то фигня сидит. Так, миномет, да. Ты, да. Вломи ему. Ну, в общем, вот вы видите, что такое бластер инопланетян. Те, кто писал мне, что стреляй из бластера, нет, от него помрут нахрен. Не помрут. 18, что вообще ходов нет. 22, хорошо, присядь, отдыхай. А летучая, кусючая. Так, 4 повреждения, да ты этот, полный колбулк-то крошишь. Это ж неубиваемая. Я черт узнает, может, убиваемая. Если ей разом валить много, мне кажется, она загнется. Так. Хоба. Не ждал. А я кружил. Ой, как высоко. Вот так, в бочину. 33. Я бы еще отоварил. Мне кажется, есть шанс. Чуть тяжелый крейсер какой-то странный. Я к нему ходить не хочу. Вдруг он окажется так же, как и этот. С пушками. А на тяжелом крейсере большие пушки. Все, приехали. Кто не ходил, ну, из важных никто. Все хорошо. О, а я говорил пушки. Так, это по летучей жарит? Похоже, да, высоковато идет. Да сейчас уйду, что вы. Нужны мне ваши пушки. Не шипи. Шипит. Ха, было прикольно выстрелить одного, попасть другого. Два. Ну так себе. Все в нее еще будут стрелять. Да, и крейсер в нее палит, и эти в нее. Угу. И попадает, что интересно. С воротом как-то не очень. Ладно, кристалл вылечит. Так, наша база принадлежит нам. Наша база, может, нам принадлежит. Так, сели. Вот этому я могу влепить? Я бы хотел. Да, могу. Так, этого отоварили. Такие лапы высунуты. Костистые. Так. А вон пушка. Недобрая. Я могу и минометом причесать, на самом деле. Чтобы жить с сахаром, мне казалось, ближе подходить не буду. Ага, видишь, молодец. Чё, мимо, да? Не, смотри, нормально. Не мимо. Косой. Сдул. Тоже хорошо. Так, ну чего, минометом причесать, не причесать. Мне кажется, оно видит. Поэтому я жахну. Там какое-то скрытое подразделение гребло. А пушка, смотрите, сохранилась. Вот так вот. А почем у нас жахнуть стоит? 29. Понятно, не участвуем. Так, я должен летучую-то вернуть. Тут малость отоварили. Ну, как-то так. Где-то бегают. А давайте я просто подожду.
Понял, мне не светит. Так, кто где? Ты тут. Давай, иди ходи по комнатам. Я не думаю, что тут в комнатах есть. Да, мог там пройти. Совсем про это не думаю. Так, ты. Ну, давай, вперед. Чё. Чё деваться-то? Ой, ёл! 34. Вот это огреб. Да иди ты в пень. Чё скажешь, где ты увидел козла? А, ты пушку увидел, я понял. Фу, вот это получил. Давай лечиться скорей. Тут ходов нет. А, да, тут ходов нет. Все, ладно. Так. Вломили просто по первое число. А, да, ты же. Ты же у нас еще тут. На, дай ему еще раз там тут. Пум. Вот так вот. Пушка пришельцев. Отлично зашло. Так, летучка, понятно. Эти все сидят. Ждем. Пушку отоварил, да. Но где пришельцы в результате, черт его знает. Вот это опять любимый квест. Найди последнего пришельца в XCOM'е. Выполнять бесконечно. Так, ну тут фигню он получил. Это мелочи. Сейчас полечим. Плохо, что стимпаком нельзя самого себя лечить. То есть всегда нужен кто-то рядом. Все. Готово. Грену в руки. Пошел. Это без генератора, товарищ, остался. Ну, что поделать. Так, кто-то у нас тут еще наверху ходит. Ну как ходит? Стоит. Никого. А, еще кого-то ходить, некого больше ходить. Вот он идет, давай. Гули, 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 гули. Молодец, иди сюда ближе. А, да, стреляй так просто. 8 повреждений, ну даешь. Чем они не стреляют? Кто-то же должен в него попасть. Кто-то же его видит. Я фигню нажал, я знаю. Тут надо метка. Че, анаболиками перекормили? Столько стреляешь. Головастик, ты дохлый должен быть. Чахлый и дохлый. Вот так вот как-то. Так, ну... К сожалению, у меня там человек походил наверху. Давай, скафандр, иди туда. Это такой же, вполне себе космический скафандр по виду, но... Защищает он от мороза. Блин, почему-то. И больше ни от чего. Не, ну у него еще и физический урон хороший, механический или как его там называют. Ну, вот обычный. Но от огня никак. То есть, если с огнем встречусь, ему надо прятаться в глубокой заднице, а тут не показываться. Оп, никого. Опаньки. Китом. Пушка. Спасибо, блин. А, тут двор. Уйду. Миномет. Далековато, да? Но пушка это неинтересно. Ждем. Кто где шаркает? Вообще непонятно. Это, я думаю, впустую тут бегают. Ничего нет. Ну нет тут ничего. Это я себя уговариваю, наверное. Так, пошли туда. Давай тоже сюда. Может, что найдем, я не знаю. Пусть фотонки.
Где-то надо врагов искать. Вообще, с этой стороны корабль нападать было бы неплохо. Потому что пушка-то там. Дай сюда поближе подойду. Так, это не сильно поближе. Дай сюда-туда. Но она сюда не добьет. 39. Я могу на 39? Я могу на 39. Ну, давай попробуем пушку на зуб. Да, могу. Давай, лови. Всего лишь урон нанес, и теперь меня не любят. Ну все. Превращаемся в обычного десантника. Тетка с бластером. Все, ждем. Ну что, кто-нибудь выйдет на меня, нет? Забился где-то в комнате там и сидит, елки. Пойду ломанусь. Может, что хорошее найду, я могу добежать-то одним ходом. Ап. Прорвался. Может, тут в комнате что-то сидит. Я не знаю. Посмотрим сейчас. Прикольная ездилка. Футуристичная, непрактичная, но прикольная. Так, тут я даже не знаю, стоит выходить, не стоит. Выйдешь, гребешь. О, еще кто-то. А где-то тогда кто? Ага, вот оно. Не на линии. Да и в пень его. Развернусь. Попытаемся из этого что-то выжить. Не на линии. Ну и ладно, не на линии. Хотя как это работает, я вообще не представляю. Давай сюда стану. Вот так буду. На это. Ух! Вот это было нежданно. Отключаем. Я не буду сейчас за тот угол не могу встать, но я встану за этот, ладно. Как он на меня среагировал-то? А я, стало быть, нет. Ну что, у нас есть диверсант. Так, козел ходил наверху, понятно. Надо еще кому-нибудь прорваться сюда. Че, какая-то ботва непонятная. Так. Есть что? Конечно, есть. Привет, чувак. Не спрашивай меня, как он перекинул здание. А не косые здесь, ребята, есть? Ну ладно, тоже неплохо. В принципе, так тоже сойдет. Так. Небритая рожа. А, ну ты ждешь. Все, ты в засаде. Ох ты ж, там еще пушка. Это не очень хорошо. Их тут много. Ну, ломай, ломай. Я сейчас гранат кину. Урон поглощен. А он взрывным пуляет. Редиска. Все, все. Так. У тебя что есть? О, у тебя есть большая граната. Тут, правда, нюанс. Тридцатка. Давай. Оп. Привет, чуваки. А я вам гранату привез. Ловите. Блин, а я могу быть не косым? Кто говорил, не качайте гранаты? Он кого-то получит уже. Так, ладно. Допустим, Грена. Допустим, к ним. Ловите.
Ну, хоть это попал. Уже хорошо. Так. И ноги в руки. Вот отключить. И реально убегать. Так, ты. Оп. У тебя морозилка там, я знаю. Зажигалку. 38. На 38 ты вряд ли что-то товаришь. 24, можешь. Пошла. Сдохли. Но это еще не все. Так, брать ли тебе морозилку? Нет, не брать. Тебе брать автомат в руки. Так, ты. Тоже прятаться нафиг. В твоей фотонке тут только и стоять. Ничего, ну как-то так. Пушки никто не отменял. Пушки злобные. Наша база принадлежит нам. Блин, нам что-то не принадлежит. Кстати, ему в огонь лучше не соваться. И вот так надо пойти найти кого-нибудь, да? Ну, кто-то где-то шуршит. Вот оно, поверху лазит. Да, ничего, мы к тебе придем. Ай! Ну, у меня это... Как она? Физуха, не физуха. Защита от физурона-то конская. А вот там пушка. А я тебя затошню. Видишь, там на капитанском мостике сидит. Да ладно, хватит стрелять. Так, ждем. Это что такое было? Это, я так понимаю, орудие кому-то лупит. Опа. Вот это было странно. Чем в меня стреляли? В меня орудие стреляло сейчас? То есть внутрь корабля долбил орудие. Да нет тут никого. Что-то... Блин, он сам по себе лупит корабль. А вот это что было? А вот это было странно. Точно помню. О, ёлки! Вы это видите? Черт, мне у него кинуть-то нечем. Вот я так понимаю, турель. Да я в него жахну. На линии. А что на линии? Ты на линии. Погодите. Это не враг. Командор. Там командор. Вот кого потыкать-то надо. Не на линии. Короче, вы все не на линии. Уходи. Блин. Тыкалки нет. Сейчас командора-то. Я так думаю, командорская эту пушку пробивает. Костюмчик. Ну и да, турель там свирепствует. А, я не убрал. Тайло. Так, ну васки брони не стоит против него ходить. А и ты обычные ходят? А, нет, это все он. Нет, два. Два орла. Ты очередями-то полегче. Так, соратничка выпилили. Самое хреновое, что я... не могу. Что я... Не могу туда никого привести. У меня в синей броне тут народу. Раз, два, я обчелся. Так, ты вообще в этой... Ты нубяра, да? Ты нубяра. Так, ладно, давайте со всеми разбираться. Ты... Ну, ты понятно. Ты... Это тоже понятно. Ну вот этот, в принципе, товарищ мог бы. Давай туда куда-нибудь. Ты воюешь уже. Вали отсюда. Все тут бластеры садят. Висит. А в красный, по-моему, висит. А, не успеет, мне кажется, добежать. Давай вокруг.
ты. Ну, да. Все, ждем. Командрис подойдет, он попадет под удар своей пушки. Ну, вышел, давай. Вали его. О! Поглощен. Кажется, пламя по десятке. Поглощен, обломись, на мне тундра. Неплохая прокачка, кстати, по командору. Все, палку надо. И палкой фигачит. А это сквозь стены видит, похоже. Так, прям даже интересно, чем все закончится. Кончились патроны, это не беда. Давай. Попал? Не попал. О, не попал. А там что, дым? Пушка сама себя уделала. Ну, началось, поглощен. То давай в эти игры не играй. У меня не так много обоим. Кстати, у меня у кого-то дубина может есть? Я, нет, я вроде на все на склад сдал. Я сдачу единицу. А чё, можем на 16? Вот так можем. А, поглощен. Угу, бежит. Так, пролетай. Так, и сюда. Так, ты. Ну, у тебя ходов не так много на самом деле, но я думаю, добежишь. Добежал. Как ни странно. Ждем. А вот это в кого было? В него? А, там у него дырка в крыше или что-то такое. О, у тебя гранат замораживающий есть. Это круто. Храбрый сам себя разносит. Ну пипец вообще. Так, давай. Мы там меняемся. Да. Командор просто бамбук курит против тундры. Жалкое создание. Ну может сейчас кого-нибудь фокус выкинет. Не знаю. Вот он сейчас не пробивается. Тупо. Это их любимый фокус. 4. 4, знаете ли, несерьезно. Ага. Копейки. А ладно. Ты. Понятно. Беги сюда. Будешь потом проскакивать. Отсюда чуть подальше вообще проскакивать. Ну ладно. Я думаю, проскочит. Так, а там у меня вот этот, что ли, был? Нет, не этот. А, он, значит, ходил уже. Ждем. Что сделаешь? Командор задумался. Да, блин, я тебе сейчас твой бластер, знаешь, куда засуну? Кончилось ваше время. Точно, под ноги себя брось. А нам тут стену ломают. Опять патроны кончились. Последняя обойма пошла. Да. Ну я сейчас чей-нибудь бластер подниму, тогда он рядом лежат. Раз такая фигня, а фигня такая. Тут крепкий, а? Ох, у меня прокачка там будет, я чувствую. А нужна она мне? Наверное, нужна. Там, наверное, еще какая-то броня следующая есть. А то и что-нибудь скачаю интересное себе. Не, просто попадание по 10 это просто красота. Я понимаю, что нуб сюда не может прийти и стрелять в него. Что на нем брони такой нет. 12 патронов осталось. Рыдание. Так. Давай-ка мы вот отсюда заходить будем. А то там говорят пушки. Но тоже можно. Так, чувак. Держи. Ай. Ну ладно, ну хотя бы так тогда. На 5. Ну тоже хлеб. Все, хорошо прилетело. Так, теперь тетка. А ты у нас
Тебе бы, конечно, добежать бы, но тут прям вообще пипец. Ну, давай так. Будем надеяться, что добежишь. Так. Ты отходи давай. Тут шибко меткие завелись. Ну, точно сайт кому-то. Хай. У меня такой же скафандр. Ты мне ничего не сделаешь. А гранат кидать умеешь еще хуже меня. Я это лучше гранат кидаю. Да, вот его можно так тошнить, пока не кончатся все патроны, пока он это не вымрет от старости. Десятка каждая. Попадание, здорово. Так, у меня осталось 3 патрона. Потом пойду подбирать бластер. Тут, правда, есть вот коллега. С гранатой. Все. Так, ты. Порадуй товарища. Оба. А что хреново, я себя могу поджечь. Я себя поджег. Сдохни ты уже. У него 6 дамага огненного. То есть он настолько крепок, что ему огонь. Все, сидим. А, не-не-не, не сидим. Кто тут есть у меня? Еще один товарищ. Давай туда. Вверх нельзя, ладно. Сиди внизу. И чего? А еще скажешь, ты в летучую стреляешь. А кто, я позволю спросить, видит? Кто видит за стены? Там какой-то алиен сидит? А почему я его не вижу? Так, это активировалось. Слушайте, у меня ощущение такое, что тут пришел какой-то алиен и меня видит. Вот реально. Нет? А как по металлу стреляет этот танк? А, ну корабль, короче, как по мне стреляет? Как он все видит? Опа, разнесли эту фиговину. Ну ладно, разнесли. Так. Во вторую руку бластер. Да лови, чувак. Поглощен. Командир получает 1 по области. Орел командир. Так, что у меня еще есть? У меня еще вот такая есть. Давай. Будем тебя закидывать. Давай, мечи туда. Ну, тоже хлеб. А у меня еще вот что-то. Что, вот такая есть еще. Давай. Поглощен. Ну, ничем не могу больше помочь. ХП нету. Ни ХП ходов. Так. Там то ли пушка, то ли нет. Хрен поймешь. Поэтому давайте я сюда вот встану. Ой, это не бегит через огонь. Пробежал, молодец. Давай вот сюда. Дальше стенка все равно не улетит. Ладно. Развернулись. И жахнули. Мимо. Попали. Ну что, стоим, качаемся. Генератора поля нету. Че, все? Нет. Кого? А, поглощен. А, 5. Вломили 5. А вот сейчас втроем они будут пилить, пока не пилить. Тут у тебя сколько гранат-то, ты охреневший? На тебе такую. Говорят, ты горишь от этого. Все. Да. Это было здорово. Ну, пошли. Так, у тебя сила 60. А сколько нужно ту броню?
Вроде норм у нее сила, да? Так, это у нас ракетчица. То есть она... Тут все потихонечку тянуть. Так, минометчик. Давайте я вложусь в храбрость, потому что минометчик, ну, не должен паниковать. Ты, чтоб ты ни был. Так. Может, видишь, у тебя броски гранаты гуляют? Сила. Да, восприятие. О, Нубиас. Давай, 60. Восприятие. И немножко эту. Другой Нубиас. Ну, по хотя бы до адской. Остальное в стрельбу. Ну, норм, норм. И там надо делать броню еще тундру, наверное. Не знаю, посмотрим. Но переодевать как минимум его из фотонки надо. Недостаточно, да и пофиг. Так. Где наш нубы? Так, сила 40. Ты ничего не получил. А, ты, вот ты с фотонкой, ты, наверное, закончила, да? 53. Я так думаю, да. Ты 60. Ну, я могу ему тундру дать, конечно. Тундру я ему только и могу дать. А, дилемма. Потому что в адской броне нам тоже нужно довольно много народа. Подождем пока. Подождем. Что еще хотел кому дать? Ну, остальное на выходе. Хорошо, все. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.